Около 100 юношей и девушек дали клятву юноармейцев. В республике с 22 по 24 сентября прошел третий патриотический слет учащихся и молодежи, посвященный старту военно-патриотического движения «Юнармия». Мероприятия состоялись на территории Ханголасского района и в Якутске. В слете приняли участие более 100 представителей муниципальных районов, среднеспециальных учебных заведений и молодежных общественных организаций. В этом году участники слета изучили военную историю, основы оказания первой медпомощи и выживания на дикой природе. Мы сегодня говорим, что мы готовы в следующем году провести более широкомасштабно уже игру «Зорница», чтобы каждая школа могла приехать, представить команду. Ребята приехали со своими учителями, которые многие годы отдали воспитанию именно мужчин, защитников Отечества, и я преклоняюсь перед их педагогическим мастерством.